Сегодня в Беларуси День матери. Многодетных мам Лидчины сегодня чествовали в Лидском замке. Торжественное мероприятие под названием «Мир начинается с матери» организовали работники Лидского историко-художественного музея. Слова поздравлений в их адрес по случаю Дня матери и покрова Пресвятой Богородицы звучали от настоятеля храма святого великомученика Георгия Победоносца в городе Лиде. Он отметил, что не случайно эти два праздника отмечаются в один день, так как для каждой матери самое дорогое – их дети, так и для Божией Матери мы все ее дети бесценны. К поздравлениям присоединились и представительницы Лидской районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». «Белорусский союз женщин от всего сердца поздравляет с праздником Днем Матери дорогих женщин, милых мам. Мама – это самое дорогое и светлое, что есть на свете. Она всегда радуется успехам своих детей, поддержит их в трудную минуту, всегда искренне переживает за каждый пройденный шаг. Нет человека ближе и роднее мамы. Кто из нас, кто для нас самый верный советник? Конечно, мама. Кто нас всегда простит и поймет? Только мама. Кто примет в свой дом, что бы ни случилось? Это мама. И сегодня, в этот день, пусть сердца мам согреваются любовью и заботой близких. Пусть каждый день будет наполнен радостными и приятными событиями. Счастья, здоровья, благополучия, душевного спокойствия и любви, мира и уюта в домах всех мам планеты. Многодетные мамы, приглашенные на мероприятие по случаю празднования Дня Матери, пришли сюда вместе со своими детьми. Именно они – источник счастья, радости и безграничной любви для каждой мамы. Самый старший – 14 лет, младший – 11 месяцев. Ну, у каждого свой характер. Ну, иногда сложновато, но стараемся. Самое главное – взаимопонимание с детьми. Потому что дети очень разные, свой характер. Нужно под каждого подстроиться. Ну, они, конечно, подстраиваются под меня. Ну, главное, чтобы дружная семья была. Все друг друга понимали. Мама – это, наверное, очень большое слово, очень громкое слово. И не каждый дано, наверное, быть мамой. Но я счастлива. Я счастлива четырежды. У меня четверо детей, они уже взрослые. Я их очень люблю. У меня очень дружная большая семья. И каждый день видеть их улыбки, чувствовать их любовь, а, наверное, радость, испытывать вот это чувство мамы – это, наверное, самое большое счастье, когда ты видишь своих здоровых, счастливых детей. И они дарят тебе взаимодействие. Любовь.